Это уже третий подобный ДТП на злополучном перекрестке с начала года. Пенсионеры переходили проезжую часть в неустановленном месте, буквально в 20 метрах от светофора. Водитель не заметил пешеходов. В итоге одна из бабушек в больнице, другая под колесами грузовика. Ориентировочно в 13:00 водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, следуя по улице 22-го партсъезда со стороны Красных Коммунаров в сторону Заводского шоссе, допустил наезд на пешехода, переходящую проезжую часть справа налево по ходу движения. В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Движение на этом участке почти всегда напряженное. Здесь часто собираются пробка, рядом рынок и остановка общественного транспорта. При переходе надо сохранять бдительность, но чаще всего пожилые люди невнимательны. В итоге страдают не только пешеходы, но и водители. Расскажите нам в двух словах. Нет, но он не стоит, ничего не помогает. А смотрите, что случилось уже. Ой, как иду. Некому идти-то. Вот и иду. Вот вон одна перешла и все. Туда идти надо. Вон лежит перед командой. Эта женщина тоже пошла не глядя, благо рядом оказался сотрудник ДПС, который вовремя остановил и помог перейти улицу. Сами пешеходы не отрицают, что как переходят дорогу в этом месте – настоящий беспредел. На светофор многие вообще не обращают внимания. Почему? У каждого своя правда. У меня обе ноги больные. И это туда надо угла, да опять сюда. Это мне трудно. Это очень неудобно. Где-то вот надо делать вот так вот, чтобы... рынок уж и посвободнее переходить, потому что мы нарушаем, и все нарушают. По мнению многих пешеходов, светофор расположен неудобно, приходится делать крюк. Но даже в этом случае сотрудники ГИБДД вот на таких примерах предупреждают. Нарушать правила дорожного движения – это значит рисковать своей жизнью, а зачастую и здоровьем окружающих. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.